Израиль предотвратил прорыв морской блокады сектора Газа. Военно-морские силы Израиля перехватили в Средиземном море судно «Аль-Ауда» с пропалестинскими активистами и грузом медикаментов на борту. ВМС Израиля перехватили в Средиземном море судно флотилии «Свобода» с медикаментами на борту, пытавшиеся прорвать израильскую блокаду сектора Газа. Об этом пропалестинские активисты сообщили в воскресенье, 29 июля, в соцсети Twitter. Поздняя армия Израиля подтвердила эту информацию, уточнив, что судно буксируют в порт города Ашдод. ВМС ясно дали понять судну, что оно нарушает блокаду и что любые гуманитарные грузы могут быть доставлены в сектор Газа через порт Ашдод. Операция закончилась без чрезвычайных инцидентов, подчеркивается в заявлении израильских военных. На борт «Аль-Ауды» возвращение «Эл-Ауды», входящий в состав пропалестинской флотилии «Свободы», находились активисты, моряки и правозащитники, включая профессора Исмаила Наза, главу малайзийской компании по бойкоту Израиля. Два месяца назад судно вышло из датского порта Копенгагена. Оно несколько раз заходило в европейские гавани, расположенные по маршруту следования, а также участвовало в мероприятиях в поддержку так называемого марша возвращения палестинцев. В конце мая 2010 года спецназ армии обороны Израиля захватил турецкое судно «Мави Мармары» при попытке флотилии «Свободы» прорвать морскую блокаду сектора Газа. В результате столкновений тогда на борту судна были убиты 9 турецких активистов, 30 пассажиров получили ранения. Конфликт привел к резкому охлаждению дипломатических отношений между Израилем и Турцией. Ранее Израиль заявил о новых атаках палестинских группировок. Источник. Русская служба DW. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.